Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресный, во веки веков. Миром Господу помолимся. Освыти мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии Святой Божьей Церкви и соединении всех, Господу помолимся. О православном епископе Российской Церкви, Господи нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Илларионе, честнем пресвитерстве, диаконстве, всем приище людям, Господу помолимся. О многострадальной стране нашей России, всех правителях и православных людей в Отечестве, в России несущих, и о спасении Господу помолимся. Моеже осветитесь в Одессе силою, действуем и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Уже не спаслайте ей благодать, избавление, благословение Орданову, Господу помолимся. Уже прийти на воду и сию чистительную присущественную Троице действию, Господу помолимся. Просветленным, просвещением разума и благочестия, наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Уже показать все и отгнанию всякого навета видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Уже достойно быть нетленного царства в ней крещаемым, Господу помолимся. Освящению, спасению, Господу помолимся. Уезжие показайтесь им сыновьями, дочерями света и наследниками вечных благ, Господу помолимся. Уезжие быть им страстными причастниками смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Уезжие сохраните им одежду и крещение, обручение духа нескверно, непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся. Уезжие быть им в Одессе и баню поки быть, оставление грехов, одежды нетления, Господу помолимся. Уезжие услышите Господу Богу глас моления нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Уже избавитесь им же нам от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Весь Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Благопробной милостью Божией стезуя сердца и утробы, и тайна человеческая ведет, иди, небо есть вещи явлены пред тобой, но всенаго и обнови. И ныне наитием святаго твоего духа, освети воду сию, чтобы человека любча царю приведи, и ныне наитием святаго твоего духа, освети воду сию, и дашь ей благодать, избавление, благословение, Орданова сотвори ее нетление, источник освящения, дар грехов, разрешение, недугов, исцеления, демонов, всегубительства, сопротивную силу в неприступную ангельские крепости, исполнену добежат от нее, наветующее создание Твоему, яко имя Твое, Господи, призвах дивное и славное, и страшное сопротивное. Да сокрушаться под нами образа Христа Твоя вся сопротивная силы. Да сокрушаться под нами образом Христа Твоя вся сопротивная силы. Да сокрушаться под нами образом познание образа Христа Твоя вся сопротивная силы. Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас вся воздушные явленные привидения. И не двоится в Одессе демон темный, ниже да снизит скрещающим дух лукавый. Повращение помыслом и теж мысли наводя, и Ты во Владыка. Всех покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, очищение плоти и духа, славы уст, оставление прегрешений, просвещение душ, баню погибытия, обновление духа, сыноположение, дарование, одеяние, нетление, источник жизни. Ибо рекайся, Господи, измыйтесь и чисты будете, отымите лукавство от душ ваших. Ты даровалась и нам свыше пахи рождения водою и духом. Явися, Господи,
на воде сей, и дашь притворитесь в ней крещаемым. Вы же отложите оба ветхого человека тлеема в похотях прелести, облечися в нового, обновляемого по образу создавшего его, дабы в страстном подобии смерти твоя крещением, общика воскресения будет, сохранив дар святаго твоего духа, и возрастив залог благодати, примет почесть горнего звания, и сопричтется перворожденному написано на небеси, тебе, Бозе и Господи нашем Иисусе Христе, яко тебе подобает слава, держава, честь и поклонение вместе с обезначальным твоим Отцем и с пресвятым благим и творящим твоим Духом ныне присно и во веки веков. Мир всем! Главы ваши, Господи, вы преклоните! Владыка, Господи, Божий Отец наших сущим, в косе Зиноеве, голубицу пославы, суче с массой всеимущей, в устах примирения знамения, спасения, еже от потопа и благодати таинства он предобразивый, масличный плод во исполнение святых твоих тайн подавай тем, и бывшим в законе Духа Святаго исполни сущие во благодати совершая, сам благослови. Все илей силы и действием на этим святаго твоего Духа, якоже быть и тому помазанию, нетление оружия, правда, обновление души и тела, всякое дьявольское действие, огнание, во избранение, во изменение всех зол, помазующийся верою или вкушающим от него в славу твоего единородного Сына. И пресвятаго благаго творящего Духа ныне присно и во веки веков. Так, проходите сюда. Первый. Потом я возьму ребенка. Возьмите. Я согрел его. Вот. Крещается раз Божий Владимир во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Заходи, я возьму ребенка. Не бойся. Иди ко мне, не бойся. Сейчас искупаемся и все, и ты будешь хороший, красивый. Иди. Не бойся. Айда. Не бойся. Поверни его спиной, батюшка. Не бойся. Ротик закрывай. Закрывай ротик. Крещай. Так вот. Даниил. Крещай, царь Божий Даниил. Во имя Отца. Аминь. Закрой руку. И Сына. Аминь. Закрывай. И Святаго Духа. Аминь. Аминь. Все. А что боялся? Ты испугался? Ну, все. Стой, руку подайте. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Мутная вода поднялась. Проходите следующий. Кто там? Не бойся. Ничего. Господь поможет. Сначала она постоит, да? Я не знаю как. Сестры. Кто там будет? Кто сейчас пойдет? Зайдете и примите ребенка. Идите. Бери, заноси, подай, батюшка. Елизавета, Лизонька. Не бойся. Закрывай. Хорошо, закрывай. Ты будешь красивая. Давай. Крещается рабочая Елизавета во имя Отца. Аминь. Закрывай. И Сына.
Аминь. Еще. Есть Святаго Духа. Аминь. Подписку я готова. И Святаго Духа. Аминь. Крещает Сара Божия Марина во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Давайте накидку. Я уже нагрел. Это моя зубушка. Так, сильно ваша. Надежда. Крещает Сара Божия Надежда во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И присни во веки веков. Аминь. Следующий. Кого больше нет? Мария говорит, я не готова еще. Там можно с пирса с самого начала зайти. Там чистая вода. Так, вот это тоже там. Смотри, брат, не попади в число, которое взяли кадильницу. Говорил, не снимать, а
Крестик снимать, он говорит, нет, вот сейчас перед. На полностью крестик полный. Да, вижу, только будто тогда снимаю. Царевозя, да, смотри, братец. На тележку положить, пока или здесь поставить. Не нравится его чёрт. Мне потом не понравилось купать. Там другой статус. Нести сапоги тяжелее, чем стандарт. Жени, иже оставишься беззаконие, иже прикрищешься греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха. Иже есть во всех его лесть. Яко молчаха блесаша кости моя, еже звать ими весь день, яко день и ночи тяготе на мне рука твоя. Возвратихся на страсть, когда он земит терн, беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех исповем на меня беззаконие мое, Господи, и ты оставил и нечестие сердца моего. Зато помолится тебе всяк преподобный во время благопотребно, а бачи в потопе вот многих, к нему не приближится ты, еси прибежище мое, а скорби вдержащее мя, радости моя избави мя от обышедших мя. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь и отвержу на тебя очи мои. Не будете я как конь и мест, им же не есть разума, браздами уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к себе. Многие раны грешному, уповающим же на Господа, милость обыдет. Веселитесь, Господи, радуйтесь, праведные, и хвалитесь всеправое сердце. Встречаем и за мной вокруг столика идем. Прочитай.
Прокимен глаз третий, Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого Господь, просвещение мое и Спаситель мой. Послание к римлянам святого апостола Павла, чтение. Вон мем. Братья, неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, смерть Его покрестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просим, услышим Святаго Евангелие. Мир всем. Аллилуйя. От Матфея Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, Господи. 11 учеников же пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, увидев, поклонились Ему. А иные усомнились и приблизились. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, оставлении грехов рабов Божиих. Виталия, Владимир, Даниил, Елизавета, Ангелина, Марина, Надежда. И о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, здравии, спасении, оставлении грехов рабов Божиих, всех зде предстоящих и молящихся, и о всех заповедавших нам недостойным, молитесь о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о новопросвященных, о еже сохранить и сохранено быть им в вере чистой исповедания во всяком благочестии и исполнении заповедей Христовых во все дни жизни Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, яко милости по человека любит Бог, и сей Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресись.
жертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, преподобных богоносных, Отец наших, и святых праведных Богоотец Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подашь, Господи, мир на житие, здравие во всем благое поспешение новопросвященным рабом Твоим, Виталию, Владимиру, Даниилу, Елизавете, Ангелине, Марине, Надежде и всем здесь предстоящим и молящимся, Господи, и сохрани их на многое лето. Сейчас в храм идем, то крещались, там крещаемое, причастимся тело и кровью Господа Иисуса Христа. Поздравляйте, цветы дарите. Вот. Так, и берите все эти, фонарь, все, забирайте. И идем сейчас... Грудненько в храм идем. Знаешь, как называется? Корень у него, будем делать кофе. Да. Можно копать его? Можно копать. Ну-ка, Данила, давай-ка поприветствуем всех. Поздравляю. Спасибо. Течение. Так, или совета. Живи для Бога. Да, это главное. Желаю вам быть всегда верными и трудитесь, чтобы вы свои где были. Сфотографируйте с Игнатием Тихоновичем. Игнатий Тихонович, миленький родик, и молитесь обо мне грешных, недостойных. Так, я небольшое слово вам скажу. Поздравили, все. Спасибо, Господи. Мы сегодня слышали, говорится о том, что вера отслышали. А слышание от Слова Божия нет прибауток, не от того, что слышал где-то, а от Слова Божия. Поэтому, если человек не знает Библию, уста закрыты. Нет никакого... А что он будет говорить? Лучше бы не говорил, нежели говорить неправду. Вот эти люди, которых видите, мы фактически с вами лично ни с кем не встречались. Они пришли через интернет. Вот в прошлый раз 12 человек крестили, все давно через интернет. Интернет изобрел, как пустил в жизнь, Тимофей Бернерс-Ли. Он живой. Так что в молитвах держите его, благодаря ему. И то, что звонили по телефону, разговаривали, что-то скидывали. Мартин Купер, изобретатель телефона. Мартин и Тимофей, два имени. Вы обязательно за них молитесь. Если бы не это, этого бы не было, мы никогда не познакомились. Они набрели на наш сайт, на наш видеоканал. Вы когда сколько смотрите? Год уже. Один год. Один год. Он из Украины, работает в Италии. Из Италии, считай, приехал. Вы откуда? С Кемерово. С Кемерово. Это его жена, двое ребятишек. Кем вы были до этого? У кого? Баптист. Баптисты. Это баптистская семья пришла. Ты откуда? Красноярский край, Зеленогорск. Красноярский край, видите как? А как нашла ты нас в интернете? Через
ну, смотрела проповедь Масленникова Сергея Михайловича, огласительные беседы, и видела ролик ваш и стала смотреть. Через кого-то где-то смотрят. Дорогие, нашли в Америке сейчас, и Головина смотрели из Болгарии, отец Владимир. Другие послушали проповедь или выступление в аудитории Андрея Кураева. Через него несколько человек пришло. Судьбы Господи неисповедимы. Поэтому, где кто помог, всегда помните. Вот вы были у баптистов. Вы имели хорошее понятие о Библии, но не знали, что толковать ее каждый не может. Для этого поставлены учителя. Поэтому доброе, что получили, помните, и за них всегда молитесь. Это мы покажем в интернете, вы расскажете. Видите, как торжественно все. Ну, кто крестился где-то в другом месте, у православных, все смотрят, православные, и говорят, а почему у нас этого не было? Ладошкой по голове плати деньги. Я говорил в прошлый раз, мне написали. И 1500 крещения. И за воду там 300 рублей. Он говорит, так у меня нет денег. Тогда только ладошкой по голове, воды уже не будет. То есть я не слыхал никогда раньше. То есть это вообще, у нас, говорит, счетчик там стоит. Да тебе человек десятину отдаст, это намного больше будет. Но никогда, нигде не надо платить за таинство. Это непростимый грех, симония называется. Симоном Волхвом. Храни вас Господь. Помните отца Иакима, пока он есть. Он тоже терпит нападки. Говорят, перекрещивание. Никакого перекрещивания не было. Люди не крещеные, и разговора нет. Но человеку дали возможность строить. А он строит. Ничего и нету. Строит как? Бревно в одном месте бросил, гвозди забросил куда-то. Вот так крещение. Все разодранное. И поэтому крещение переводится погружение. Погружения не было, никакого крещения не было. На память. Да сохранит вас Господь. Спаси Христос. Так, идем. Идите. Марина, вперед. Нет, забрать. Да, можно забрать. Да, можно забрать. Я не хочу. Идите. Вас спаси, Христос. Вот 9 июля возвращается с крещения. Вот завершение крестного хода с озера доходит. Да.
Как мы быстро бегаем. Молодец. О, страхом Божиим и верою приступите. Помилуй меня и прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, словом я же делаю, уже ведение и неведение. Исподоби меня сужденно причаститься при чистых твоих таинствах, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайная, не Сыне Божий, причастниками оприми, не по врагам твоим тайны поем, не лобзанье тебе дам я каюта, но ко разбойник исповедуй тебя. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение будет не причащение причистое твое тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. Антоним. Yeah.
Достойно причащайтесь.